Долги российских регионов – основной вопрос повестки заседания Госдумы. Чтобы освободить территории от финансового бремени, либерал-демократы предлагают долги полностью списать, чтобы дать возможность для развития местных экономик. Они не могут никак вернуть, а доходов хватает, чтобы не долг возвращать, а проценты по долгам. Тут даже тупик. Надо простить или отсрочить там на 30-40 лет. Тогда доходы регионы будут использовать для развития своей области, края, республики. Вопросы транспортной инфраструктуры и поддержки малого бизнеса. В первом случае ЛДПР предлагает менять структуру авиаперелетов, увеличивать количество внутренних авиалиний и обновлять парк воздушных судов. В отношении малого бизнеса партийцы указали на слабое звено. Смысла в заморских франшизах нет никакого. В нашей стране огромное количество исконно русских производств. Их и следует развивать. Слушайте, а где пирожковая, где блинная? То есть мы должны все делать. Наши люди могут. У нас ни одного безработного не должно быть. Но вот нехватка. Требуется. Мэры городов, губернаторы. Нужно резко с ними разговаривать и наказывать за то, что тормозят развитие малого бизнеса. В рамках обсуждения российского бюджета на следующий год либерал-демократы озвучили еще одно предложение – продолжать бороться с бедностью. Для этого необходимо регулярно поднимать планку минимального размера оплаты труда. Виктория Лобецкая, «Панорама».